Давайте, наконец-то, как сдать звездой 18 лет личной жизнь Джарахова и сквозь баб. Даже Джарахова со сквозь баб одного не позвали, потому что просмотра не вывезет. Да? Нормально, блядь. Ой. Да попозже, нахуй ты спамишь, блядь, своим мышапом, блядь. Два человека сидят, я сейчас вас нахуй забаню. У меня, видите, во вкладках открыто, блядь. Все, блядь. Не ебите башку, нахуй. Вот смотрите, модеры вы не видите? Два человека. Не несколько человек. Два человека просто на Ctrl-V пастами ебошат. Ёбните их, блядь. Ну, замьюте, это же пиздец. Люблю я все это. Они же чат срут, блядь, ну реально два челы. Это чё? Поехали, наконец-то сейчас что-то интересное будет. Трэп-хата Алимчика налево. Ах ты жопа, Сник. Опа, скетчи пошли, один охуительный другого. Тут кто-нибудь есть? Открывай, бестолочь. Добро пожаловать в мой трэп-хаус, истеричка. Алимочка, ну ты скоро? Мне шесть сохнет. Слушай, ты вообще офигел? Ха-ха-ха-ха, бля, ха-ха-ха. Сейчас гости скоро приедут, а ты устроил тут какой-то бордель. А у меня девушка на челе на расслабоне. Йоу, биг босс, чё мы как броукай снеги, где вечеринка? Эльдар. Настюха. Алим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сохнет, ну. Ну чё, вы там скоро? Сколько у вас здесь? Малыш, бэби-гёрл, расслабься, мы просто чилим с братиками. Йоу, Настюх просто это, дропнул. Это дерьмо, он сделал это дерьмо, как будто... Он там сказал, да, N-word, я осуждаю максимально, я не слышал про N-word, но осуждаю. Брат, что мне с этой информацией делать? Настюх, расслабься. Если хочешь, давай мы к тебе залетим. Да, конечно, вы изначально должны были ко мне залететь. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Сейчас сохнет. А ты, хаслер? С нами пойдешь, тебе вообще-то еще предметы выносить. Поганец. Крошка, прошай, сегодня не твой день. Ты знаешь, что я здесь большой человек? Большой человек, я понял. Мужчина. Ну хорошо, блядь. Все мои волки делают. Пиздец, блядь. С вами Настюшка Опасность, а.к.а. Настюшка... Сука, Эльдар, найди себе одежду по размеру, это же пиздец, ты реально как будто в мамины туфли, ну, залез. А это сегодня у меня в гостях... Чел, ты... Ох, наконец-то Джарахов хоть в каком-то шоу снялся, блядь, наконец-то нахуй контент на стрим, блядь, ой, блядь. Одних талантливейших музыкантов, певца, артиста, блогера. Смотрите, блядь, реально. Ему просто XXL нахуй Писта надели, тихо. Блядь, на Эльку нахуй. Это ж пиздец, на Эску. Жора сквозь баб, Эльдар Джарахов. Они типа сейчас в дуэте такие девочки-припевочки. Я просто не понимаю, хули они с друг другом везде. Ура, аплодируем, сучки. Эльдар Джарахов, 28 лет. Рэпер, блогер, участник объединения Клик-Клак, настоящий динозавр российского Ютьюба и большой фанат Гусейна Гасанова. Прошу. Скорее ящерица какая-нибудь, а не динозавр, блин. Школьного дуэта «Успешная группа» до абсолютного хита прошлого лета «Я в моменте». Марат сквозь баб Мингазов. Какая у него невероятно обширная судьба. 7 лет. Один из редких представителей камеди-рэпа. Первую известность татарский... Камеди-рэп. Котыль получил благодаря респектам от большого русского босса и киевстонера, а взорвал по-настоящему с хитом «Ауф», который завирусился практически на миллион клипов в ТикТоке. С Эльдаром подружился 4 года назад, размялись на нескольких совместных треках, и теперь парни готовят полноценный общий альбом. А, вот что они вдвоем ходят, теперь я понял всем. 28 лет, я в ахуе, да. А что, собственно говоря, здесь происходит? Бля, опять скетчи охуительные. У меня сегодня день красоты. Да, так ты стал определенно красивее. Ха-ха-ха-ха-ха! Чем так пахнет? Это мой омолаживший коктейль. Господи, из чего он? Это вкус моего детства. Запах твоего детства просто ужасен. Алимчик, ну все же куда проще. С возрастом выработка коллагена замедляется, и нужно просто восполнять его дефицит.
Галоген звучит вкусно. Раскрою тебе один секрет. Ежедневно перед завтраком выпиваешь одну Слабительное, блин. Петочек, расскажите в целом, как у вас настроение, как к осени вообще, готовы ли, что успели сделать? Да вот, Настюха, в ноябре что-то хули холодно. Этот скромный месяц. Мы вот группа Тубой Сноукэп. Да, мы группу сделали, прикинь? Да. У нас так много совместных треков, что мы подумали, что мы не знали, чье имя поставить на первое место. И что же вы приняли, какое решение? Поругаться, вообще, наверное? Изначально мы разговаривали с площадками и хотели наложить наше имя на друг друга. О, это гениально. Да, но вот, к сожалению, не приняли, мы на них обиделись. Ха-ха-ха-ха, бля! Свои... Вот сразу видно, комедия рэп пошел, Формуса. Блядь. Вот это мы, я понимаю. Создали сделали трио с Киевым Кридом. Если вы Катеньку найдете. Короче, у нас замечательная история названия нашей группы. Давай. Многие твои зрители, наверное, не знают, но я полагаю, что большинство догадываются о таком легендарном видео, которое ходило у всех еще по экпортам. Оно называлось «Two Girls, One Cup». Угу. Знаешь, это порнушное видео, да? Это очень грязное. Ну, тяжело назвать. Ну, вряд ли я бы на это подрочил, я бы так сказал. Ага. И мы, вдохновившись тем, что там происходит, в принципе, решили назвать группу «Two Boys, No Cap». Происходит реальное дерьмо. А сколько треков выпущено под этим ником? Ноль. Столько же и планируется, да? Да. Да, все уже так считают. Это будет легендарный альбом, который можно будет прослушать не за сколько минут. Ха-ха-ха, блин! Джерахов, зная о твоих успехах музыкальных, я все-таки хочу тебя сейчас спросить. Вот сейчас это супер актуально. Ты все-таки кто больше, блогер или музыкант? Или ты на двух... Ой, зачем ты этот вопрос задала? Ты че, Настюха, все уже давно артистами стали, блядь, нахуй. Джарахов уже давным-давно артист, блядь, нахуй. Серьезный, зарабатывает, блядь, своим, нахуй. Интеллектуальной своей собственностью. Ты че такие вопросы задавать? Ты, блядь, давай, нахуй, переснимай, нормально спроси, блядь. Пытаешься усидеть? Я на многих стульях сижу, и меня в образовавшуюся дыру. Это прекрасный тост. Марат, ну, ты же больше музыкант, общаешься с блогерами. Ну, скорее, больше шерсть, блядь, ебаная, нахуй, шерстюган. Не было ли у тебя настроения как-то вот взять руки в камеру и попробовать что-то поснимать, там, какой-то бложек? Кстати, я думаю, что все возможно. Вот. Все музыканты жалуются, что, типа, вот блогеры лезут в музыку. Угу. Мне кажется... Да, что... до сих пор жалуются. Сейчас я вот посмотрю дату, бля. А сейчас 15-й год же. Ну да, жалуются, должен жалуются. Должен сломать стереотипы и быть первым в истории, кто из музыкантов полез в блогеров. Да, я потом после этого выпущу песню. И там будет петься что-то типа... И каждый рэпер лает, что он крут, но они лезут. Надо записать, чтобы не забыть. На самом деле, я думаю, что вот Эльдар, когда сделает блядь, свой курс... Блядь, когда Джарахов на иронии, мне очень нравится, у него прям, ну вот... Хотел он сказать, что вот у него с иронией все в порядке, реально. Вот когда он иронизирует, я прям вообще смеюсь, пиздец, а. Ну, реально прикольно получается, он так кстати, интересно. Кстати, видеоблогер. Он умеет в иронию, так скажем. Я у него обязательно куплю. Да, но я сначала по Кунилингусу хочу выпустить. Да. Курс. Ты мне что-то говорил про это. Ты серьезно хочешь про Куник выпустить курс? Естественно, у меня уже готово несколько страниц. Там надо будет вот так перелистывать. Джарахов, тебе скорее по жополизму, ну, по анилингусу, блядь. Вот судя по твоей карьере, надо анилингусу этот выпускать. Как в Арифлейме, знаешь, ароматические страницы, типа, ты их трёшь. Пизда, это не жопа, брат, ты, наверное, перепутал немножко. Они все должны быть со вкусом. Как грамотно делать анилингус тиктокером? Скажите, как? Курс Джарахов, он такой стоит, блядь. Все, пора выпускать. У меня есть жизнь блогерская и музыкальная. На самом деле, знаешь что, если где-то убыло, то где-то точно прибыло. Вот, допустим, у нас в этом году гораздо больше концертов, чем в прошлом. То есть люди готовы веселиться и. Да-да-да, у Джарахова концертов намного больше. Это вот эти концерты, которые он нахуй сначала собрать не мог, отменил. Потом они с новыми силами взялись. При поддержке ВК, блядь, хуяка, всех, да, вот эти ресурсы. Нормальные пацаны просто собирают концерты, блядь, по стабе и таргетам. Этот нахуй, блядь... Концерты половину поддержку ВК отдал, блядь, они нахуй в каждом паблике рекламируют. О, помните, я в моменте, крутой Джарахов скоро будет выступать, это площадки, блядь, которые я нахуй собирал в 2017 году, блядь, рассказывай нахуй. Это на самом деле... Не надеюсь, хотя бы вот это, миллионы в таргет ВК, которые делает, помогут тебе хоть, блядь, 1000 человек в Москве собрать. Пока давай, удачки. Душу. Люди же еще соскучились по концертам. Да, их очень принципе, долго не было. По фестивалям там. Вообще, я еще в марте выкладывал пост, где писал про, может, неудачное сравнение, но мне понравился этот метафоричный оборот, про
про «Титаник», помните, когда он шел ко дну, музыканты продолжали играть до победного. И я, например, не хочу превращаться, ну, я не хочу останавливать свою деятельность. Есть очень много людей, которые благодарят за то, что сейчас мы что-то выпускаем. Угу. И вот у нас, например, вот мы наделали за эти два года просто гору веселых песен. И это такое, типа, пауэрбанк для настроения. Ты слушаешь эту ебаназию, ну и тебе весело становится. Сколько сейчас людей на концертах собираешь? Что он сейчас сказал? Вы поняли хоть? Я нихуя не понял, блядь. Про концерты спрашивают, про какую-то ебаназию рассказывают. Или площадки. Угу. Ну, последнее у нас было, по-моему, Главклаб, это около 2000. А, нет, у нас был... Главклаб это 3500. На Флаконе. Открытая площадка. О, да. Потрясающий мой лучший, наверное, концерт по впечатлениям. Ну, тоже около 2000. То есть, примерно так. Не больше, не меньше. Нахуя брать Главклаб, если можно Ред какой-нибудь взять на 2000 человек? Зачем эти выебоны, если ты не соберешь его? Меньше, если честно. Это как снять Адреналин Стадиум, чтобы там 3000 человек собрать. Это же пиздец тупо. Еще знаешь что? Ну, качественнее. Ну, качественнее. Большинство нормальных артистов уехали. Да, и остались мы. Остались мы, и теперь такие, ладно, этого не получится, давайте этого в проект возьмем. Хотя бы на него, да. Поэтому такие цифры сумасшедшие, не 200, а 2000 человек. Я читаю, этот чат нахуй читать не хочу, блядь, хуйню какую-то пишете. Я вчера наткнулся на видос топ-150 самых прослушиваемых артистов на Яндекс.Музыке. Я что-то там чуть ли не в десятке, прикинь, и Марат тоже очень близко. Ты вот как с блогерскими делишками. Серьезно, блядь, здорово. Видела, я снимал влоги. Яндекс.Музыке ты занял какой-то хит-парад, блядь, здорово. Блядь, выкладывал влоги через день, я перестал это делать, потому что YouTube на каждый видос вешал 18+. Я не знаю почему. Че, нельзя что ли голос? Да, потому что тебя можно назвать... Женщин снимать, блин. Да-да-да, вот название. Порноактриса со мной перес... Как Нефёдов называл свою роль, реально. Я просто следил, у него, короче, когда он начал влоги заново делать, они у него набирали 9000 просмотров за день, я вам серьезно говорю. Ну, сейчас побольше, 1040, короче, 30 там. Вот, и он называл это, типа... Она переспала со мной, как Андрей Нефёдов в 2013 году школа-блогера называл, типа... мы трое в одной постели с порно-актрисами. А чё мне 18+ дают на ролики? Понятно. Материться через слово какого чёрта. Мы клик-клак продолжаем делать очень активно. И... Да, 300 онлайн, блядь, на Твиче. В целом монетизации нет, но мы начали впихать две рекламы. Сейчас, блядь, ребят, это будет мега токсичная реакция. Позволяет нам обеспечивать офис и выплачивать зарплаты. И снимать, собственно говоря, ебать проекты. Ну прям, ты видела, клик-клак сейчас это, ну, бустанулся хорошо. Да, это правда. Но а коммерция, она откуда происходит? Просто с рекламы входящей, да? Спецпроекты скорее. А, я снимаю сейчас в разных шоу. Ты эскортом работаешь? Ты эскортом занимаешься? Подожди, ну я думаю, мы попозже к этому перейдем. Спецпроект. Да, я эскорт, иду как экзотика. Просмейтесь. Меня можно взять в лизинг. Хорошо. Чач, я вам даю 5 минут просмеяться. Давайте. Просмейтесь, я понимаю вас. Просмейтесь. Все, просмеялись. Все. Я сам пиздец еле выдержал. Это все еще прогрев к курсу. Да. Ну, ты как себя больше позиционируешь? Ты рэпер или как называется стиль? Или фолс рэпер. Ты исполняешь свои музыкальные потрясающие шедевральные треки. Вообще на Википедии написано, что я комеди-рэпер, но я, честно говоря, не очень согласен уже. Тебя так и представили сегодня, ты не обижайся. Вот ты не согласен, тебя так представляют. Было раньше, да? Наверное, что-то со своей жизнью надо сделать, раз тебя представляют так, как ты не хочешь. Это было в школе. Просто когда ты живешь в Ешкар-Оле, и у вас проводной интернет, ну как бы, когда у тебя 100 мегабайт в месяц, тебе как-то нужно развлекаться. Единственные шутки, поток шуток шел... из Comedy Club и КВНа. И, естественно, ты видишь пример по телевизору, и ты только туда и стремишься. В общем, тогда играть в КВН — это было очень круто. Это был единственный способ заниматься творчеством. Я рэпер, наверное, битмейкер. Рэпер-битмейкер. Да, он начал недавно делать биты, прикинь. Очень крутые. Интересная история, здорово. Он твое небо, он твое море. Бля, вторая реклама, нахуй, за 11 минут ты что, ебанулась, блядь? Что это? У тебя с головой все в порядке, блядь? А я буду слушать любимые треки. Спасибо.
У меня вопрос назрел, потому что и у тебя, Марат, и у тебя, Эльдар, были треки, которые были на первых местах во всех чартах. Вот с точки зрения просто творческого человека, когда твой контент как бы занимает первые позиции, потом, понятно, люди слушают неделю, месяц, два, три, им это надоедает, приходит. Да что вы, блядь, точки в чате отправляете, блядь? Другое. Вот дальше. Какую-то хуйню написывает пастами, реально, просто бред, блядь. Поставь 1.25, я нахуй, мне, блядь, 26 лет вот-вот исполняется. Я, наверное, сам, в состоянии, блядь, сам принять решение, мне смотреть на обычной скорости или 1.25, сидят мне, пишут, как мне лучше делать, блядь. Это... Вот запустите стрим, будете смотреть это шоу, вот тогда и включите 1.25, вам ясно, блядь. Тебя на... Сидят, блядь, нахуй. Чтобы еще какой-то срочный хит написать, потому что очень сложно делить с кем-то первое место. Да-да-да, да, конечно, они напишут, конечно, они же хитмейкеры, то есть у них не разовая эта история, не случайность, как сам Джараха говорил, а это реально. Ну, то есть, эти люди понимают формулу хита, они каждый раз пишут, хитовые песни. Это правда. Вы слышали их песню? Хип-хипи-хап, хип-хипи-хап-хап, хип-хап, хип-хипи-хап, хип... Вот это пиздец. Все чарты первое место. Это есть такая хуйня. Там побывал, да? Как бы, и хер с ним. Я радовался первые 10 минут. Да? А потом я просто осознал, какая теперь есть ответственность, как это все... Как это все не пропустить, как это все не провафлить, и как теперь будет сложно это переплюнуть. То есть, короче, я предполагал. Человек. В общем, это на самом деле как большой дар, так и великое проклятие. Вот спроси у кого угодно. Ну, конечно, хороших сторон здесь гораздо больше. И я не стремлюсь что-то переплюнуть, мне всегда прикольней делать что-то новенькое. Вот я думаю, Ильдарчин полностью... Вот мне кажется, это часто про везение. То есть у меня нет, например, стремления сделать трек, который попадет в чат. Ну у тебя весь альбом, блядь, под Егора Крида, который все на первых местах было. Пиздун, рассказывай. Да, все, верю. Ты специально для души это все пишешь, да. Вообще нет, я не знаю, как это работает. Это случайно. Скулина в ноябре... Да, случайность. Я убегу, Мирша, лав. Вот это хуйня, да, это он для души делал, все, нет, я верю. Течение обстоятельств. Ну скажите честно, не расстраивайтесь, когда все-таки не получается? Все равно в глубине души ты надеешь... Сейчас такой Джарах, да не, вообще не расстраиваюсь, я мне как бы похуй. То вот, это то самое, вот он должен классный быть, зайти. А надо не загадывать, чтобы не расстраиваться. Ну он выходит, и он там где-то на 100-м месте, ну расстраиваешься же, это же не сказать... Ну 100-е место это уже неплохо, на самом деле, в чарте. Ладно, по-любому же. Если в чарте, это уже хорошо. На земле будет хоть один человек, который скажет, я 100% знаю, как надо сделать хит любому человеку, я думаю, что... Мы скажем, ладно, Егор, успокойся. Он обманывает нас, да. Диджей Спинерик. Диджей Аукси, диджей Арахов. Кстати говоря, вот... Правильно сказал, что очень многие артисты уехали, музыканты и так далее и тому подобное. Сейчас заходишь, значит, в топ-чарт, и там бесконечная Анна Асти. Кто? Да и, в общем-то, все, и еще пару каких-то ребят. Не грустно ли вам от этого, что там нет прикольных, трушных, клевых челов, типа Кизару? Мы же просто еще не выпускали. Или Моргенштерна. Кстати, а вы заметили, что вообще с отсутствием ТикТока появляется, да, меньше новых имен. То есть все, кто появился, конечно, в прошлом году, все фрешмены, они, то есть, до сих пор как бы и варятся. Да. А таких супер новых имен, честно говоря, особо и не видно. Йоу, но я хочу... как так получилось, бля, интересно, бля. ТикТока нет, и новых людей не появилось, странно. Рекомендовать, блядь, послушать Heroin Water. Water, да. Да? Это самые ебанутые строчки, которые я слышал вообще. Подтверждаю. А еще вы, кстати, заметили, что... Какие только не скажешь, блядь, да ебаный... Те хит вообще тоже очень сильно изменилось. То есть раньше, если это хит, там, розовое вино, то он просто везде, его знают абсолютно все. А сейчас хит может быть таким, что... Неделю отгремел. Да, и все. Да. Это правда. Раньше такого не было. Бля, пацаны, вы что несете, нахуй? По поводу ТикТока грустишь, потому что... Что вы несете, бля? Они розовое вино сравнивают с хитами, которые неделю держатся. Прям очень скучаю. Бля, какая хуйня. Вот прям очень-очень скучаю. Мне уже так лень вынимать сим-карту, менять регион на телефоне каждый раз, чтобы выложить видео. Я тоже самое. Блять, можно спокойно, я все сделаю без сим-карты. Это до сих пор. Лайфхак, друзья. Выкладывать видео все-таки можно. Меняйте регион на телефоне. Вытаскивайте сим-карту. Не надо регион менять. Просто вставляешь сим-карту и все, и вещаешь на весь мир, кроме нашего. Если у вас нет сим-карты, вы можете просто свою вытащить. Вот и все. Это правда. Итак, первый вопрос от диджея Спинерика для Джерахова. We're the best movie. Лучшая музыка. Еще один.
Почему тебе было стыдно за трек «Путь к успеху» с Кириллом Калашниковым? Почему ваши творческие пути с ним разошлись? Вещай, брат. Гость. Я знаю этот клип, это мега клип. Там история очень, ну, приятная. Вот Джарахов тоже, и мы когда с ним ругались, вообще по отношению, вот когда он, помните, говорил, что я там, ну, друзей своих там что-то не уважаю, вот эти гадости он говорил, вообще стоило бы вот эту историю вспомнить. Потому что Кирилл Калашников, владелец этой... Давай Лаймы, там что-то произошло, вообще Давай Лаймы, насколько я знаю, владел Ильич. Ну, из Little Big. И что-то там произошло, вот, я говорю, не руководствуясь инсайдами, говорю просто по слухам, которые есть в интернете. Что-то там произошло, и, короче, как-то то ли отобрали у Ильича эту компанию Калашников, то ли что-то, короче, там какая-то муть была. И, короче, Ильич, как я понимаю, остался без проектов, без заработков, без компаний, что-то такая хуйня. Джарахов тусовался с Калашниковым, снимал с ним клипы, короче. У нас объединение, Давай Лайма. И говорил, что я на нейтральной стороне стою, хотя, очевидно, его друга кинули просто жестко, блядь. Которую создали ребята, пригласили меня, это был мой первый приезд в Москву, и, собственно, я и остался. И был такой человек, вот Кирилл вышеупомянутый, который был типа инвестором. С ним все пошло очень быстро, ребята с ним постоянно ссорились, были какие-то неприятные бандиты, истории, а я молодой 18-летний пацан. Ну вы поняли, да? И как-то, короче, что-то там такая история была, что вот у Ильича, короче, его Давай Лайму отобрали. И Джарахов, как настоящий друг, дружил с тем, кто кинул его друга. Ты с ним дружил и вообще впитывал впервые вот эту вот историю про какой-то недобандитизм, обман там и так далее. То есть я учился распознавать людей с помощью вот, наверное, таких каких-то историй. И он как-то, и так как я единственный, кто остался с ним работать, он как-то... Ну, он подтвердил только что, что он единственный, кто с ним работал. Представляете, все ушли за Ильичом, а этот вот этот подонок остался... Просил меня, чтобы я записал дорожку. Опа, звуковую. А. Для того, чтобы его друг потом сверху записался. Знаешь, когда человек никогда в жизни не читал рэп, для него нужно сделать дорожечку, типа, чтобы он под нее... стелил. И вот через какое-то время я прихожу, он говорит, слушай. И, короче, он потом, вот представляете, да, вот так вот его обманул, и он потом в этом клипе и снялся. То есть Кирилл, короче, Калашников, вот, блядь, Ильдара постоянно наебывает. Я не могу, то Настюха наебала его, то Алина Пязок взяла такой же клип, как у Гнойного сняла, да, наебала. То Кирилл Калашников говорит, помоги мне моему другу, типа, записаться. Джарахов записывает дорогу для друга, он оставляет это в финальной версии песни, приходит к нему, Калашникову говорит, ну, слушай, я тебя наебал, ну, снимись в клипе этом. Он снялся, есть клип, блядь, на эту песню есть клип, блядь. То есть, блядь, все его наебывают, несчастный Эльдар, блядь, сука, ведется на все. Решил твой куплет оставить, давай клип снимать. Да-да, я такой, давай. Жу такой, а это Даня не говорит, нет? Просто вы понимаете, да, просто что он несет, блядь, что он пиздит, блядь. Меня попросили записаться для друга, типа меня там не будет. Они оставили это, говорят, ну ладно, слушай, я оставил, ну, Калашников говорит, я оставил, можешь у меня сняться в клипе? Он говорит, да. Блядь, сука, чел, ты че пиздишь? Ну реально пиздобол, блядь. Такой, ну ладно, Кирилл, давай. Понятно, блядь. Ну я верю, что это не пиздешь. Хорошо. И мы сделали. Естественно, стыдно, потому что это какая-то хрень. Что за клип? Да там хуйня какая-то, короче, неважно. Просто кринжовая. Там, ну, Кирилл снимал клипы, короче. Ему это нравилось. Не единственная кринжовая хрень, правда, в моей жизни. Это был начало, это был фундамент. Про что трек? Вода не течет под лежачий камень, лишь время в старость несет твое знамя. Да, я... Стыдно, стыдно жуть. Потом по этому человеку было очень много историй в интернете, очень много скандалов. С тобой не было. Наверное, блогерами я там пересорился, пересрался. А ты, наоборот, со всеми дружишь, блядь, даже если это тебе не нравится. Доверие вообще у всех, но я та самая красавица, которая держалась до последнего. Несмотря на то, что он твоих друзей всех, ну, по твоим же словам, наебал и так далее. Все, верим. Здорово. Ну, ты потрясающий друг, ничего сказать не могу. Блин, что же делать? Блядь, опять скетчи охуенные. Давай сделаем лабораторию треков. Они же рэперы. Нихуя, это что, табак? Чтобы ничего не пропустить и подписаться, конечно. Табак для кальяна рекламирует, бля. А кто это, кто это, кто это, кто это? У них удобный. Шейф какой-то, бля. Вкусы разные, а еще не проводят разные. У меня шоу сняли лучше, чем у Ивлеевой. Давайте ко мне, приходите, блядь, ребят, полляма, и вы в выпуске единственные, представляете? Так что... движухи в соцсетях, поэтому рекомендую немедленно перейти по ссылочке, наверное, в описании, интересно, чтобы ничего не пропустить и подписаться. Must have, да? Must have. Must have. А, must have, блядь, все, я понял. Must have, да, все, понял. Must have.
Ой, наверное, интересный табак. Слушай, раз Маск Хэв... Пошла, иди, гоу, летс гоу, 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 гоу. Бля, интересный табак, прикольный. Нет, что-то, наверное, там интересный, раз табачок такой. Будем, прикольная как упаковка говорить такая. Ну, приходите ко мне, Must Have, я вам всем рад. Не стесняемся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так. А наша прекрасная, блядь, замечательная... Блядь, ты посмотри, ну одежду под размер же можно купить. Ну, что сложного? У нее куртка, смотрите, в три раза больше, чем... называется «Мимо баб, братик». Ты недавно женился, так что... Это будем... «Королевские гадюки» второй сезон. Да, девочек будем обходить стороной, как и все остальное. У нас здесь бравые заряженные парни. И, собственно, мимо чушь этих вот юбок, У-у-у, между этих славных волосатых ножек, нужно будет проехать на спине на этом прекрасном скейте. У парней здесь ребус. Нужно будет его разгадать. Ребус — это песня. Ага. Нужно будет отгадать, что за песня. Будет ограниченный тайминг. Блядь, есть... Джарахов, не доверяй Настюхе. Она ж тебя наебала один раз. Сказала, что блогеры дороги — это Ростуризм не спонсировал. Она сейчас тебя опять наебет. Эти парни кое-что выдавят вам на лицо. И я ёбну вас электрошокером. Кто окажется... Ну, Джарахову не привыкать, хули. Бля, да. Во главе стола ждет бутылочка холодного, бля, какая ледяного, животворящего, блядь, славного, боже, святого божьего пива. Итак, внимание! Марш! Валим на гелике? Да! Здорово, мужик! А, блядь! Чё? Жить в кайф! Сука! Да. Молодец, лёд, я не знаю! А, блядь! За что? Так, водила протянула аукс! Салют, мужик! Сука! What's up? Так, да. Безумно можно быть первым? Кайф! Да. Ты поймала? Кайф, ты поймала? What's up? Нет, так, Джарков, нет! Это кто, блядь? Сука! Почему? Бью током. Смотрим, ребят, внимание, внимание, я вас всех прошу не завидовать. Смотрим на очень серьезного артиста, который добился очень высоких, ну, вершин, да, а мы смотрим, сидим, мы так и остались там, где были, смотрим на великого артиста. Я не знаю, кто это. Я не вижу нихуя. Марат, у тебя неправильно, но у вас шокер один на двоих, Джарахова, поэтому, Эльдар, извини. Дора пуля. Что это за что? Дора пуля, что? Дора что? Дора пуля. Красная иголка. А как еще может быть Дора? Я не знаю, кто это. Дора дура? Да, езжай дальше. А, пуля дура, ебать. Подсказку. Нет подсказки, шокер. А меня за что, блядь? Ну, да что это, я не знаю. Я не знаю, чувак. Футбольчик, мальчики, похожи на качков. Блядь, сука. Правильно, последний. Мальчик, маленький перекресток. А, еще тут. Ну все, ладно, пропускай. Ну что? Короче. Где мое пиво? Предатель. Честно говоря, по-моему, больше всех отгадал Марат. Я не знаю, зачем ты застопорился и почему я там стояла и не шла вперед. Джарахов не отгадал. Марат, ты получаешь пиво, но так как шокер синхронизирован с Эльдаром, прости, мне нужно его ударить. Ай, это очень справедливо, ну, звучало. Извините, пожалуйста, таковы правила. Ну это не работает. Это того стоило. Как ты так осведомлен? Вот ты вот по... Давай обнимемся. Нет. Ну что, друзья, это был прекрасный тост, прекрасная рубрика. Пацаны, вы в рэпе, как рыбы в воде, а мы переходим дальше. Спасибо. Это было прекрасно. Мне еще надо комментировать, что это взрослый, серьезный артист, чтобы никто, никто не завидовал. Нарика, Чак-чак или губы Джарахова? Слушай, это... Бля, охуенно, наверное, вот не знаю, вот Марат вроде сквозь баб, у меня к нему никаких претензий, типа... Ну, про него там многие говорят, шел КВНчик ебаный, типа, за Майя. Но все равно, у меня к нему никаких претензий, мне Амина про него, Тендерли Бай, рассказывал, что он мелодии пишет вот так, охуенно, реально, прям. Они на студии сидели, он говорит, он прям ебошит мелодии, сразу все, ну, приходит. Ну, чувак, видно, творческий, у меня к нему никаких претензий, но, блядь, ты приходишь вот...
Тебе интересно, вот, ну, вот не обижайся, вот ты вроде популярный чел, ты приходишь на шоу с другим чуваком, который, ну, намного кринжовее, чем ты. Ну, вот просто я понимаю, тебе кажется, что он прикольный чел и так далее, но это все иллюзия. Просто посмотри, что происходит вокруг. Да, ну просто клоуном таким же. Ну, не таким же, ладно, не обзывайте. Просто с клоуном приходишь, короче, в шоу, где вам на лицо что-то, блядь, хуярит, стругает, блядь, какие-то мужики, что-то ему под юбки смотрите. Тебе вопросы задают: ты сосался, Джарахов, вы геи, ну, блядь, чел, тебе, ну, приятно. Не, я, конечно, естественно, жизнь твоя, как бы, ну, дело твое, естественно, я же не буду, ну, да, человеку взрослому, женатому объяснять, как ему жить, ну, просто тебе интересно, вот, ну, честно, тебе прям нравится. Просто что здесь слаще-то будет? Приходишь реально на шоу с компаньоном, я хуй знаю, как его назвать, блядь, и вот вам на лицо стругает, блядь, нахуй это, блядь. А вы целуетесь, а что вкуснее, губы твоего кореша, блядь, или чё? Это же пиздец, чел, ну это же просто вообще... Смотри, как бы чак-чак можно купить везде. Губы я помню, вот были эти самые шоу всякие, где ты приходишь, что-то на вопрос отвечаешь, тебе тортом в лицо бьют, пиздец. Вы туда реально ходили, самые такие чуваки отчаянные, нахуй. Вот здесь похожая ситуация. Ахова, кто, если не они, запишут совместный альбом со мной? Тем более на них... Так сложно смотреть, зная, что ты никогда не сможешь к ним прикоснуться. Да. Почему же не сможешь? В этом шоу можно все. У него охранники и пиздец, конечно. Они за дверью. Ну тогда... Кто? Тогда чак-чак. Ну, нафига сквозь бабу Джарахов? Да, вот хороший в чате спрашивает. Он как бы... Ты понимаешь, ну, Марат сквозь баб, ты же понимаешь, что он типа... Но он к тебе присасывается, реально, человек такой, пиявка. Ну, это мое, естественно, субъективное мнение. Но это человек пиявка натуральнейшая, типа. Он видит в тебе какую-то перспективу, он к тебе присасывается. Он видел в Милохине какую-то перспективу на тот момент, он к Милохину. Он видел в Ильиче какую-то перспективу, он к Ильичу присасывается. Ну, вы понимаете, вы видел, что 17.03 там становится популярной, да, вот с Версусом и так далее. Он там каждый день тусовался, в футболках ходил, 17.03 Family и так далее. Он типа там, где ветер дует, он туда идет, ты понимаешь? Как бы ты, ну, он тебе не нужен, Марат. Я, может быть, он тебе как человек нравится, но это странно, реально. Вот чтобы тебе Джарах как человек нравится. Ну, короче, пусть будет чак-чак. Пусть будет чак-чак. To boys, no cap, no homo. Да, no homo, no homo, no cap. Только уважение. Следующий вопрос от диджея Спинерика для Джарахова. Когда концерт 8-й проходной? Расскажи историю оттуда. Вау. Когда меня позовут в город Новокузнецк, тогда, конечно, с кайфом приеду. Мы ходили, я, Саша Телекс и наши две девушки, туда как-то тусануть. Но у нас не было никогда денег. И мы придумали вот такую схему. Раз у нас на четверых всего 50... Куда ходи? Какой концерт? Я не понимаю, что он несет? Блей. То. Мы берем у девочек бутылочки со всякими там мицеллярной водой. Все, опустошаем их. Чистим активненько так, наливаем туда водяру и проносим в клубешник на 50 рублей. Покупаем лимончик, нам его нарезают, ведь мы бояре. Вы же воровали, ты сам рассказывал, как у тебя Тилекс тот же самый, ваши две девушки, у вас настолько не было денег, что вы воровали, короче, алкоголь из магазинов, и это была система. Чё, теперь уже не воровали, что ли? Блядь, придумывают просто на ходу хуйню, я не могу, нахуй, просто, блядь. Такой выдумщик, ты даже, блядь, в каких-то элементарных маленьких вещей про протаскивание алкоголя пиздишь. Лимон. Они же, ну уж реально, мы же смотрели, помните интервью, рассказал, что он пиздил, короче, этот алкоголь. Все рассказал, что он его покупает. И все, аккуратно сидим, побухиваем водочку. Это была тусовка, на которой пришло... Не, мы помним, на самом деле, ВК-фест, когда был, когда активно ходил на эти тусовки, Витфест, ВК-фест, там запрещали алкоголь с собой приносить. И мы брали агушу, знаете, вот эти, ну, пакетики, как с пюрешкой. Мы их опустошали, туда, короче, коньяк наливали. Было. Или пять человек без нас. И туда залетел, короче, после концерта хамили с группы Касна. Опа. А, ого. Да, а потому что он что-то там забыл. И я такой, вау, это хамили с группы Касна, ай, бля. Это была моя первая фотка. Наверное, да, это была моя первая фотка с известным рэпером. Мы сфотографировались вот так, было приятно, пиздец. Потом прошло много лет. Я уже стал относительно, типа, известным, и мы выступали на одном фестивале и повторили эту фотку. Следующий вопрос от диджея Спинерика. Мы лучшая музыка, еще один. Расскажи нецензурные истории из автопати клуба, где ты работал официантом. Короче, мне было 20 лет. Интересный вопрос. А что еще есть? Я не любил.
Ну, зашкварные истории какие-то. А что я теряю? Вот реально, что такого? Я возвращаюсь, говорю. Как пишут треки? Да. Вот, давайте посмотрим, как пишут треки. А как происходит процесс? Вот вы садитесь, это какой-то... У Джерахова я видел, он в поезде просто бухой, там, на джешираке и на самогоне, настрочил «Я в моменте». Нет, надо было радоваться молодцам. Радоваться молодцам. Как у тебя происходит процесс написания трека? На самом деле, несколько есть способов. Вот, можно начать с музыки, можно начать сразу с текста. Можно начать с одной строчки. Вот там какая-нибудь она может быть открывающая там. Сейчас. Я покинул родные пенаты. Батя сказал, нихуя ты. И вот, и короче, и так начинаешь целую историю рассказывать. Я очень люблю писать какие-то цельные истории. Типа, чтобы история какая-то развивалась. Да. Не-не-не, не скучно, интересно. Достаточно сложно в нынешних реалиях и звучании, но иногда получается. Мы начали писать вдвоем 2 года назад. Так. И это был замечательный процесс. Знаешь, типа, пока битмейкер сидит, строчит музло, кто-то один придумал строчку, например, смешную, мы начинаем смеяться, и все, и от этого растет весь трек. Мы очень много песен написали вот именно вдвоем, сидя в студийке. Если у меня, например, не хватало 4 строчек, Марат такой: «О, у меня на 4 строчки больше», бац, отдал мне. То же самое в обратную сторону работает. У нас на альбоме много строчек, которые мы писали прям вместе друг другу. Прям вместе друг другу, блядь. Джерахова миллион лет, да. И знаю, что он, конечно же, любит иногда немножко выпить. У тебя как дела обстоят с алкоголем? Ты любишь? Слушай, рядом с Эльдаром я тоже очень полюбил его стиль жизни. На самом деле, пока мы писали альбом, это превратилось вообще во что-то дикое. Мы выпили ликероводочный завод минимум. Да, чувак, вообще, это был просто какой-то пиздец. Я даже не заметил, как это быстро произошло. Для просто весело было, здорово. И такой, вспоминаю последние 3 месяца, так... По-моему, был ли день, когда мы не пили с Эльдаром? Нет. Вот, нет, представляете? И это, на самом деле, меня очень сильно испугало. Бля, я прям представил, здорово. Не было никаких проблем, то есть ничего не... А вот когда вы пишете текст, Рики Эф, либо этот, Джубили с вами сидит тогда, или он отдельно уже Джараху дописывает? Я не разбежался, не прыгнул в остановку головой, мы там не ограбили банк пьяными, просто... Очень жаль. Просто в какой-то момент я такой, надо сделать детокс, и вот был месяц детокса. А потом мы снова с Эльдаром Я неделю недавно не пил, прикинь, неделю. Каковы эти ощущения? Не пить неделю. Ты что, просыпаешься, и тебе хорошо. Почему ты отказываешься дальше от такого, такой жизни? Я хочу сейчас пить иногда, потому что... Бля, у человека алкоголизм, он реально вот эту хуйню себе прогоняет. Он же, сам прикол, проходил всякие диспансеры, блядь, 12 шагов и так далее. И он не знает, что вот иногда не получится, блядь. Любой зависимый человек, избавляясь от зависимости, понимает, что он к этой хуйне, от которой избавился, никогда не... Даже иногда там, или выпить там что-то там, раз в месяц, раз в год, никогда, блядь. Я недавно выпил... просто, блядь, сидит... 4 водки с Текаши 6ix9ine'ом. Ну, просто, типа, ладно, надо встретить человека. Такой же клоун, блядь, приехал. Встретить человека, позвал его... Видели, как он хуйню прогонял просто, пиздец, блядь. Шел крысиные бега на клик-клаке. Он придет? Нет, убежал. И как бы это такое, ладно, выпил. Крыса, типа, поняли? Он типа. Ну, на самом деле, неплохая шутка была. Для нас с тобой, Настюш, 4 водки. Это разогревочно. Да, это аперитив. Я чуть не сдох на следующий день. Мне так это было вчера. Мне было очень плохо. Болело все. Болела душа, болели руки, болели суставы, болели. Понятно, ладно, что еще есть? Действительно, это потрясающе. Короче, я желаю вот Тиму Белорус. Джарахов и Мингазов, ну что, пацаны, ловят как... яйца по деликту. Блять, еще одна. Но вы мерились яйцами. Я недавно посмотрел буквально, ну, штук. Какое-то четное число яиц. Вот когда недавно мимо сквозь баб проходил в вашем конкурсе. Угу. Так что в яйцах я уже разбираюсь хорошо. Это потрясающе. Я думаю, что в этом челлендже тебе это безусловно поможет, потому что сейчас будет самый настоящий яичный микс. Ну, практически. Короче говоря, вам нужно будет снять обувь и абсолютно голыми ногами встать на эти не самые приятные колкие коврики. Ну что же, в этом прекрасном... Бля, у него хотя бы ботинки еще одинаковые. Видели, как он на ВК-фесте? Я вон вам ставлю, он там в разных ботинках выскочил. Свэг! Нормально, они вам сейчас будет. Придется ловить яйца, которые наши пясечники будут кидать стримглав. Помимо того, что вам нужно будет ловить яйца, я буду задавать поочередно вопросы смешное, каждому.
каждому из вас про вас, то есть про вашего оппонента. А что не обоссать? Они бы взяли бы, короче, ну, Ивлеева, ты бы, наверное, не мельчешилась, просто поставил бы их вместе и обоссали бы нахуй. Ну, тоже прикольно, типа, смотреть, как человеку некомфортно, как он в глупой ситуации находится. Просто взяли бы и нассали на них, реально. Я говорю, Ивлеева, вот это был бы прикол, блядь. Просто вон на дом встала вот сюда, блядь, и как поссали бы на них сверху. Ответа нужно будет. И они должны угадывать... отвечать на вопросы, пока на них суд, блять. Вот, вот это было бы смешно. За неправильный ответ, конечно же, разряд грома и молнии, бля. Потому что шокеры у вас уже на руках. За правильный ответ, что ж, ничего не произойдет, Бог милостив, и мы начинаем. В каком году был выпущен клип «Красный мокасин»? 2013, 2010, 2014, 2009? Марат, ты должен ответить! Чё? Ау, на это что? Эльдара спрашивает. А, 2012-й. Неправильно. Ты правильно? Марат, правильно. Так вопрос. Они опять стойте, не стойте, сработают. Стойте, стойте. Это неправильно, бьют Марата. А, вот оно что. Это, нет, 12-й, ему 10 лет исполнилось. А, все, тогда все супер. 2012-й. Не может быть 2013-й. Ну все, тебя уже ебнуло шокер. Бля, сейчас со скуки сдохну, блядь. Я думаю, мы сейчас будем смотреть Джарахова, ржать над ним, что он там за хуйню несет. Вот человек из прошлого, давайте посмотрим, и все, нахуй. Я не могу... Ну это просто... Как вы Ну, блядь, ну это такая духотень просто. Может быть, я сегодня переспал немного, но я спал очень много, намного больше, чем я сплю. Я не знаю, но это такая душнилова, просто, блядь, невероятнейшая. Эти яйца... Блядь, придумала, нахуй, какие-то яйца кидает. Я говорю, суд на друг друга, на лицо стругает, блядь. Что-то, блядь, а вы с друг другом целуете? Да мне похуй, блядь, что вы за хуйню устроили? Знаете, пришла пора «Человека из прошлого». Рубрика «Окутанная тайной» или... У двоих люди из прошлого. Кринуткой мракобесия. У нас есть один человек из прошлого. Как выяснилось, да. А, на двоих. На самом деле, мы приложили огромное количество усилий. Нам и так сложно находить интересных... Это Катя, нашли Катю, да? Там Крит. Не, на самом деле, это действительно была... Катя, какая нахуй Катя, блядь? Блять, сука, ты... Сложно, потому что... Это Катя, да? Ха-ха! Бля, какая нахуй Катя, блядь? Вот что Катя? Вот ты сказал Катя, блядь. Нам, зрителям, думаешь, ну, как бы мы в курсе, кто такая Катя, блядь? Что ты нам пытаешься, блядь? Гостей у нас не было, и, типа, это титанический труд, но просто невероятным образом мы нашли такого человека, который вас объединяет. Алим, выноси первый предмет. Моя радость. Так, Эльдар, этот предмет имеет отношение к тебе. Это ручка. От балкона. От балкона. Как? Может быть, от окна. Возможно, это старая история из Новокузнецка. Попробуй расскажи. Это кошмарная история. Рассказывай. Мы были на вписке вместе с моим другом детства, с моим лучшим другом Сашей Телексом. И со своими девушками. Ну? Начался какой-то пьяный балаган и пиздец кошмарный. И я закатил театр. Короче, я закрылся в ванной, а в ванной было окно на кухню маленькое. И чтобы мой театр усилился, ебать, я переживаю, я проткнул палец, вот так вот обмазал пальцы кровью, и вот так вот. За стекло, как будто я умираю. И Саша начал вырывать ручку. Да. Ну, человек реально с кукушкой проблемы. Да! Ебать! Ой. История абсолютно верная. Ну, недолюбленный какой-то, реально. Смотрите, насколько ну, жаждет внимания, что, блядь, готов тебя просто кровопусканием заниматься, законченный. Но так, Марат, твоя история. Алим, выноси предмет для Марата. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это у нас элкогольная продукция. Ну, я думаю, что с этим связано, наверное, много историй, но, честно да, говоря... Да, сквозь бабов и кашу чисто, блядь, просто. Делаю наводку, что она случилась в 8 классе. В 8 классе, короче, меня позвали на Новый год, позвала девочка, я учился в 8 классе, она в 10. Нихуя ты крутой, блядь. И это была, ну, одна из самых, если не самая красивая девочка из школы, то точно одна из... Нихуя. И я удостоился чести, что меня, восьмиклассника, пиздюка, позвали на Новый год. Мы пришли на квартиру, там были все взрослые, и мы одни маленькие. Но все закрутилось, как бы химия пошла у нас, мы поцеловались.
А потом я лежал на кровати и понял, что все-таки вот эти вещи не сочетаются. Водка и пиво. Водка и пиво. Ну это пиздец, они сочетаются. И... конченые не сочетаются, ребят. Если, ну, если кто-то так делает, не смейте, блядь, вы реально без печени останетесь. Вот так годик попьете, все пиздец, нахуй. Если выживете, то, ну, дурачком останетесь. Кровать с ней до последнего. И думал, что все само собой пройдет. Но потом, в самый ненужный момент, я уже думаю, все, пора бежать. И я вот так выбегаю, там была проходная комната, где сидели все десятиклассники. И я вот так вот, зажимая рот, из меня фонтан, да, меня начинает чистить. Я наблевал на потолок. В общем, что, это причем, блядь, был закат тусовки уже. И все вот так вот спокойно сидят, тихонечко разговаривают там уже о чем-то своем, о чем-то высоком. И я выхожу вот так. Вот так вот устраиваю фонтан. Вот, в общем, это было похоже на хвост павлина. Это феерично. И это все на глазах вот этой девочки, с которой вот только все начало складываться. И я думаю, что это, наверное, самые худшие вещи, что она... Ну, вообще тоже, у меня, короче, был знакомый, который общался с компанией, знаете, такой крутой. Вот у меня просто все кореша, все мой круг общения, ну, гопники, да, будем честны, просто кто-то, может быть, в Адидасе не ходил. Ну, я только с гопниками общался, блядь. Ну, очень грубо говоря, да, так скажем. Вот. А у меня был кореш... И он общался с такой компанией очень крутой, знаете, там фотографы, модели, дизайнеры. Ну, вы поняли, да? Очень крутая компания. И они постоянно какие-то коттеджи устраивали, ну, очень хотелось туда. И единственный раз вот этот кореш мой договорился, меня позвали, и я, счастье, напился за 40 минут и уснул в туалете без штанов. Это было охуенно, блядь. Алим? Первый раз меня позвали, блядь, нарвали на тусовку эту, я, блядь, напился, сразу же уснул. Скринж был. И я проснулся от того, что в щель туалета все пытаются меня снять на телефон. Это билет в кино и чек, собственно говоря. Посмотри, что там купили. Чек на пиво. Наверное, история про опять Новокузнецк. Мы любили по ночам ходить в... А чего вы ржете надо мной, блядь? Я не помню, как это называлось. Показывали три приема. Было и было, блядь. За ночь. И мы ночной ходили... сеанс, да. Да. И мы ходили в магазин и покупали вот пиво, которое здесь написано, кажется, это... Угу. А, нет. Ну, не суть, это было, да, пиво. Мы покупали пиво, сидели, пили пиво постоянно на этом. Ну, это называлось нон-стоп. Да, вот. Нон-стоп. Пили пиво. Романтичное, классное было время. Да. Ну, на самом деле, здесь акцент не на часах, а на времени, которое, значит, на этих часах. Ну нет, это не полшестого. Сколько здесь времени? 8 ровно почти. 8 ровно. А вот историю с 8 вечера и Дере. Я понимаю. Давай. Ужас. Короче, мне исполнялось, по-моему, 17 лет или 16. И мы сняли квартиру у нашего одноклассника за 800 рублей. Это была самая худшая квартира, в которой я был. В общем, мы ее сняли. И, ну, что-то так пошло, как-то вот эти вот все дела повертелись, и я начал чудить, в общем, я вышел на трассу. Ты набухался? Да, я набухался, да, я начал кидать пиццу в проезжающую мимо машины, вот так останавливал машины, потом я взял камень, кинул в какую-то тачку, я не знаю почему, я не такой, реально. Ну, ты белочку словил просто. Да, и собственно, за 4 часа до своего дня рождения я уже вот так вот уснул в кресле. И Игорь шел с тренировки по МЧС, он был мастером спорта, забирался там на шестые этажи. Блять, Игорь шел с тренировки по МЧС, он был мастером спорта. По спасанию людей, я просто хуй знает. И он пришел меня поздравить, а я уже вот так вот лежу, и он мне просто так вялую руку пожал, говорит: «Марат, с днем рождения». Очень стыдно. Блин, на самом деле у тебя очень интересное прошлое. Оказывается, ты прям был в ударе, просто еще и 10-й, 8-й. У тебя такое интересное прошлое было, ты напивался. Класс, чел. Он рассказал, как он болевал себе в руку, и как он из окна камень кидал. Говорит, у тебя такое прошлое интересное. Был уже завязать, знаешь, как у Бустера, который в 20 лет, в принципе, перестал пить, потому что чуть не вышел, по-моему, тоже из окна или что-то такое, наболевал куда-то. Ну, короче, трэш. Я образумился. И связался с Жараховым. Очень умно. Так, это у нас значок мужского женского туалета и микрофон для караоке. Может быть, есть какая-то ситуация, которая случилась? Ну, вот это интересно. Папа нас братишкина обижает. А чё он, ребят? Пай познакомился с типами, которые чуть ли не депутаты, не дагестанцы.
И мы как бы проводили время весело, выпивали, кто-то не с депутатами, выпил. Да, сидит, хуярит? Понятно, бля, оппозиционер, блядь. А это когда было? Ну, расскажи, это когда ты вот 5000 рублей на митинге занимал против этих же людей, которыми бухал? Расскажи мне, Эльдар. И... клип, ну-ка, ща посмотрим, блядь. Вот он, нахуй, паршивец, да, маленький, блядь? С депутатами пил, понятно, весело было. Это по факту. Это зрители ДК. Производство яйца куриного пищевого. Быдло бравастое, бля, сидит. Пишут, я не... Да это быдло бравастое, не обращайте внимания. Ну такой человек вообще не в себе, бля. Я вам серьезно говорю. Сейчас мы его подрочим, блядь. Подожди. Ты нахуй на меня пасть не раз... Сейчас мы его подрочим. Подожди чуть-чуть. Сейчас мы его дрочить пойдем. И в какой-то момент, видимо, какую-то из моих шуток неправильно поняли. Или может быть... или, может быть, я где-то перегнул. Так вот, мы стоим в туалете уже толпой, и у меня появилось тонкое ощущение, что меня сейчас убьют. Ну, маленькое такое вот подозрение было на то, что меня окружили, закрыли туалет. А ты после этого оппозиционером стал? Я просто пытаюсь понять. Ты чё говоришь? А я стою и не понимаю, что я наделал. Я не понимаю, мы же тили вместе, типа, эй, ты чё, пи***? Вот это вот, ну, классическое. Не знаю, что он сказал, но что он там не сказал, осуждаю. Классическое, говорит, блядь, пиздец, незнакомые люди, эй, ты. Ну и такие слова. Я, в принципе, понимаю, почему они хотели тебя убить. Ну, может быть так, может нет, я не помню. Я не помню, я был страшен. Чем закончилось? Ну, мы помирились вроде бы как. Я смог объяснить, что это все были шутки. Но было кошмарно страшно. Талимчик, выноси финальный предмет. Это все связано? Ну, сейчас узнаем, конечно. Это бенгальские огни. Все, я знаю, я 100% угадал. Давай, рассказывай историю. Короче, это, опять же, условный 8 класс. День рождения нашего одноклассника Жеки Андросова. Он очень любил сидеть дома, играть в доту. И, в общем, мы приходим к нему на днюху, и он просто играет в доту. И вот нас 6 человек, мы стоим в школьной форме. И, значит, и не знаем, чем заняться. И один из одноклассников... Там лежала такая пачка бенгальских огней. И он начал их счищать. Ну, вот эту, знаете, покрытие. Да, да, да. Чтобы сделать горку и поджечь ее, и чтобы она поискрилась. И всем было весело, чтобы это не в руке произошло, а вот где-то в одном месте. Хоть так. И, в общем, мы все это, значит, счистили. И еще важный момент, то, что мы вот так поставили телефон, какую-то Nokia, такую поворотную. И все это снималось, как почему-то снималось. Мы никогда так не делали, но вот именно все это попало в кадр. И в какой-то момент, ну, видно, что все занимаются своими делами, ничего не делают. И он начинает ее поджигать, смотрит на нее, и мы все так без особого интереса начинаем за этим наблюдать. И потом понимаем, что начинается пожар. В общем, что загорается не только вот эта кучка, которую он сделал, а еще и несколько пачек бенгальских огней, на которых он это все, бля, собирал. Бля, ну давай быстрее, рожай, он, уже заебался. И он, значит, хочет их потушить, значит, бьет по ним, и они разлетаются вот так по всей квартире. Что могу сказать? Они же не тушатся. То есть они залетают вообще абсолютно везде, по всем углам, под диван, на ковер, короче. Вот, и мы все вот с такими глазами стоим, а у него еще мама дома. И мы начинаем их тушить носками, вот, прыгать на них, и в итоге все прожгли носки, прожегся весь ковер, просто вся комната была в дыму, а в итоге мы потом поняли, что на самом деле надо было их просто поднять за палочку. Это были увлекательные истории. Как вы так думаете, мы же их что... отделили, блядь. Ну ты же сказал, что... Ну, короче, пизду даже спрашивать. Объединяет все эти истории. А алкоголь и зашквары. Да. Определенно. Алкоголь и зашквары. Опасно. Все это про что-то, ну, относительно опасное. Ты мальчик? Это значит, да? Это парень, да. Мы с тобой знакомы больше 5 лет. Нет, походу. Мы, бля, с тобой знакомы. Прошлое, бля. Мы больше 5 лет? Да. Нет. Нет? Нет, красный свет нет. Ты чё, дальтоник, блядь, а? Я-то в красных очках. Ну это тупо пиздец было. Ты из творческой сферы? Окей. Ты музыкант? Ну мы тоже, в принципе, нет. Это правда. Мы виделись с тобой в... Ты же артист. Аду. Тебе так стругали сегодня на лицо. Ты чё, блядь? Ты, по-моему, ты очень серьезный артист. Ну просто у нас не так может быть много людей из прошлого. Ты был на дне рождения у Джарахова? Был. В этом году ты был на дне рождения у Джарахова? Мы знакомы с тобой больше года.
У тебя длинные волосы? Блядь, ну, человек ты... из прошлого, знакомый меньше года, я не могу, блядь. Что за хуйня? Ниже плеч. И говорит, и Настя такая, ебать, нам столько усилий. Ну там, видимо, какой-то популярный человек. Футболист? Да. Это Гуди. На самом деле, братва, для вас эта рубрика называется не «Человек из прошлого», а «Человек из будущего». Поэтому единственное, что вам может помочь, это «Человек из прошлого». Подойди сюда, пожалуйста. Не снимай капюшон. Стой, не поднимай. Здоровый какой. Единственный человек... Это я на самом деле, ребят. ...который вас связывал и в прошлом, и поможет вам в настоящем, это Иван. Это нарколог! Я только хотел пошутить, что это нарколог. Это человек, который ставит капельницы всему шоу-бизнесу. Я сама неделю назад лежала под этой палочкой. Братва, я очень переживаю про ваше самочувствие. Поэтому мы с Ваней подготовили Бля, она им показывала билеты в кино, пиво, алкоголь, да? Ну, с историями прошлого. Время. Что-то еще. Нарколог, бля, я не могу. Какая хуйня? Блядь, что вы выпускаете? Я не могу. Какую хуйню вы выпускаете? Что за бред? Как вам это в голову вообще нахуй приходит? Это же просто хуетень, блядь, да, пиздец?